И еще об итогах 2017 года. Сегодня можно смело говорить о том, что сразу несколько проектов в преддверии Нового года либо были завершены, либо вышли на качественно новый уровень. И первый из них – это строительство многоквартирного дома на Стекольщиков 6. Еще в начале 2017 года у властей Ирбита были серьезные опасения, что дом, строительство которого к этому моменту затянулось уже почти на 2 года, может перейти в разряд долгостроя. А ведь от выполнения подрядчиком условий контракта, предполагавшего завершение строительства еще в декабре 2015 года, зависело в первую очередь выполнение городом первого этапа программы по расселению ветхого и аварийного жилья. В рамках муниципального контракта город должен был приобрести здесь 17 квартир для переселения из ветхого аварийного жилья. Адреса Орджоникидзе 60-62. Но ввиду того, что подрядчикам были нарушены сроки ввода в эксплуатацию, также были нарушены градостроительные нормы, администрацией было в январе 2017 года принято решение о расторжении контракта. Однако, если жильцам двух муниципальных аварийных домов в рамках программы их расселения жилье было предоставлено на вторичном рынке, открытым оставался вопрос о сроках предоставления 10 квартир детям-сиротам и 2 квартир многодетным семьям, вложившим в строительство средства, полученные от государства, в качестве единовременных выплат на улучшение жилищных условий. В итоге, под общим надзором регионального Минстроя и областного фонда жилищного строительства, подрядчик завершил строительство объекта и устранил все недостатки, которые были выявлены еще при первом комиссионном обследовании здания. По словам специалистов, заселение уже приобретенных здесь квартир планируется в феврале 2018 года. Получат здесь жилье и нуждающиеся из числа стоящих на учете в администрации города. В рамках арбитражного процесса было утверждено мировое соглашение между администрацией города и Свердлом облжилстроем. И в счет погашения 11 227 тысяч рублей в этом доме мы получили квартиры, 6 квартир. В данный момент они поставлены на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности. В дальнейшем мы, возможно, будем также приобретать квартиры в этом доме для удовлетворения потребностей. Юлия Берсенева, Евгений Присяжнюк, Александр Свяжин, НТС «Ирбит».